Добрый вечер, друзья. Мы находимся в центре Москвы. Прекрасный караоке, дом кино «Старс», «Звезды». В переводе сегодня у нас в этой замечательной обстановке будут соревнования «Баттл голосов». Встретятся новички и сильнейшие люди, которые с опытом будут соревноваться. Вот. У нас сегодня много интересных гостей, призов и дуэтов. Так что смотрите нас в прямом эфире. С вами Мирабелла Стрельцова. Я просто знакомлюсь с залом. Степан Меньшиков, ваши аплодисменты. Честь на нашем проекте пришел поддержать. В общем, участники еще не все пришли, я о чем говорю. Некоторые едут еще пока. Это, к сожалению, всегда так, всегда одно и то же. Партнеров много, кто-то дошел, кто-то не дошел, кто-то сертификаты только прислал. Но я бы хотела вызвать... Оль, можно вас на сцену? Вот. Немножечко пообщаемся с вами. Аплодисменты Ольга Родниченко у нас на проекте. Спасибо, Оль, что пришли. Не на даче, не на Новой Риге там сидим, да? В центре Москвы. Ну, Ольга Родниченко, аплодисменты, представитель Российского международного круизного клуба, московского представительства. Да, меня зовут Ольга Ра. Это мой псевдоним, под которым я работаю в интернете уже достаточно много лет. И в 2016 году я познакомилась с клубом, который открылся буквально в январе 2016 года. Это американский клуб. Создан он был для того, чтобы обычные простые люди могли путешествовать на огромных, прекрасных, красивых, шикарных круизных лайнерах. Я не буду присваивать эти номера самостоятельно, пусть случай рассудит. Потому что потом начинает говорить, а почему я первый, а почему я последний. Хочешь первой быть? Доставай. Оля сегодня решила поучаствовать. Оля тоже поет. Номер два. Так, дальше движемся. Кто хочет? Нет, давай, Галь, ты потом, ты последняя пришла. Нет. Ребят, цифры какие? Номер вам сюда, пожалуйста. Молодые. Четыре. Пятый. Владимир. Девять. Галина. Восемь. Так. Семь. Так, всем сестрам по серьгам, номер первый остается на сцене. Все остальные ждут своей очереди. Напоминаю, что у нас еще будет дуэтный тур. Оценки мы ставим только 8, 9 и 10. Двойник Алла Пугачева, певица, артист, руководитель фестиваля песни Аллы Пугачевой. Еще раз ваша аплодисменты. Я тоже очень люблю песни Аллы Пугачевой. Вы знаете, не отвлекается любя, если знаете Краснобаев Андрей. У него второе место. Значит, Олега тоже видели. Он сейчас в новом амплуа, поднимитесь. Олег, певец, артист оригинального жанра. Вот, как певец, возможно, в перерыве вас услышим. Вот. Настя, тоже готовьтесь в перерыве с песнями. Ивушки или что там. Анастасия Карасева, поднимитесь. Певица, поп-певица и солистка оркестра космическо-воздушных сил. Все на второй раз у нас. Самый строгий член жюри. Все ждали, что вы не придете. Татьяна Анатольевна, Татьяна Бавина, аплодисменты Татьяна. Еще раз. Доцент Гнесинки. Вот. И человек, который работает с вокалистами для международных конкурсов. Значит, Стефана. Поднимитесь, пожалуйста. Ну, я уже пару слов сказала. Певец, итальянский певец в России. Отдельное спасибо, что вы с нами. И да, участник, лауреат проекта «Голос».
60+. Степан, поднимись, пожалуйста. Большая честь, сегодня с нами. Он певец, Степан, шоу-бэн, ведущий, телеведущий. И также поет и выступает с джазовым оркестром, правильно я понимаю? Вот кто не знал этого, тот будет знать и приглашает Степана.